Время немного озвереть. Добро пожаловать обратно в супер автозверей. Возвращение. У нас новая неделя. У нас почти конец новой недели. Здесь должен быть новый пак. Или мы играли на этой неделе? Я не помню, когда мы в последний раз играли в супер автозверей. У меня память золотой рыбки. И у меня много игр, которые мы играем. Поэтому вот, сегодня будем играть в супер автозверей и пробовать новый недельный пак, наверное. Вот чат говорит, что мы не играли в супер автозверей на этой неделе. Так что погнали, обзор нового пака на этой неделе, в пятницу, очень своевременно. Но... О, бобры! Бобры, муравьи, жуки, тараканы, сверчки, утки, рыбы. И, конечно же, гофрированная ящерица. Куда без нее, да? Она все еще есть. Игуана. И мышь. Крабы, слоны, фламинго. Ты кто такой? Птица-фрегат. Красивая птица с большим зубом. Так. При покупке дает случайному зверю с обилкой на получение урона плюс 2 здоровья. Билд на слонов. Енот, некромант, наконец-то. Ворует еду у зверей вражеских. Аист имбы, вомбат, капибара, джирафы, чайки, звезды морские. Что еще интересного? Ламы есть. Крот новый. При покупке дает зверям, которые рядом, +1/+1. Ого, как выдра только. Крот это как мега выдра. Крутяк. Еще интересного есть новенького. Мы еще не видели. Альпака. Когда друга призывают, дает ему 1 опыта. Кроме других альпак. А, ну это мы вроде бы видели. Орка. Ну и все остальные звери, которых мы вроде бы видели. Погнали, недельный пак. Вперед. Билд на слона тащит в этом паке. Ну сейчас будем пробовать. Пока что я бы хотел билд на гофрированную ящерицу для начала. Поэтому я куплю нам 2 сверчков. И можно бобра, в принципе, да? Бобер 3-2, намного круче, чем был. Так, давай мне бобра плюс 2 сверчков. Неплохой старт, поехали. Underwhelming Trackers. Окей. Так, бобер против муравья. Минус бобер, но... минус вся наша команда. Игуана законтрила полностью окончательно. А мы можем купить себе сами 2 игуан. И это неплохая идея, в принципе. Ну, гофрированная ящерица была бы покруче. Я на нее рольнул. Мы ее нашли. Плюс еще один бобер. Тоже не буду против. На следующий ход можно соединить сверчков и продать всех. И продать бобров всех. И прокачать ящерицу. Ящерица так сильна. Так, ну вопрос, покупать ли мышь. Вот в чем вопрос. И я думаю, что нет. Я думаю, что нужно паролить и поискать, да, сверчка для соединения и бобра для соединения. Я еще 2 ролла потрачу в поисках. В поисках имбовой гофрированной ящерицы, которая просто жесть какая сильная. Ну, это легкая победа. Кто-то играет рыбный гамбит. Мое уважение. Эрмантон. Рыбные гамбиты, это мы уважаем. Jellyfish. Когда друзья получают уровень, получает +1/+1. Идеально. Мы ее сейчас купим, потому что у меня сейчас будет +2 левела. Так. Кстати. Таблетка здесь есть. Давай мне соединить бобров. Купи мне Jellyfish. Соедини мне еще бобров. Рыба в фугу. При получении урона наносит 2 урона случайному врагу. Неплохо, билд на самоурон, но мы пока хотим, наверное, соединить сверчков и еще прокачать медузу. Две рыбы ежа. Ну окей, тогда мы будем покупать рыбу ежа. Ставки будут, я про них забыл. Начать прогноз. Получит ли стример 8 кубков?
Поехали. Ставка на 8 кубков. Так. Ну и вот такая команда. А, наверное, я бы поставил бобра сейчас вперед, да? Ящерицу за него и сверчка в конец. Ящерица будет не очень сильная пока что. Возможно, ящерица вообще временный вариант. Но ты должен двух... Ты должен брать двух. О, нет, только не стреляй. Братва, не стреляйте. О, мы проиграем этот раунд. Там 7-6 дублированная ящерица. Очень сильная. Слишком сильная. Слон. Ну что, билд на самоурон, что ли, делать? Ну, у меня есть рыба. У меня есть слон. У меня есть самоурон. Ну что, ящерица, тогда, видимо, ты уходишь. До свидания, ящерица. Прощай, ящерица. Привет, слон. Дальше. Прощай, бобер. Да? Не-не-не. Прощай, сверчок. Привет, еще одна рыбоеж. Две рыб... Слон. Рыбоеж за слоном. Окей, прощай, сверчок. Добро пожаловать, рыбоеж. Две рыбоежа. Дай мне еще один ролл. Фламинго 4-2. Она раньше была слабее явно. И для этого раунда, чтобы иметь шанс выиграть, я могу сделать на слона капкейк или паролить на поиски... Или паролить на поиски еще одной медузы. Окей. А, медуза это весело, конечно. Но знаешь что? Усиль мне этого слона. 6-8 слон это уже... Это уже не шутки. Этот слон пока что сейчас даст жару. О, рыба стреляет. Молодец. Хорош. Минус. Минус боец. Еще стреляет? Еще минус боец. А рыбы-то показали класс. Вообще, молодцы рыбы-ежи. Хорошая работа. Оп, и левел ап на рыбу ежа. То, что нужно. Идеально. Морская звезда. Когда ты можешь сделать... Если продаешь друга, у которого есть эффект купли-продажи, то она, то она дает плюс один случайному зверю. Ну, слушай. Мы сейчас будем бобра, наверное, продавать. И соединять рыбов. Окей. Давайте начнем с соединения рыбов. Рыбы. Соединяйтесь. Червяк. Когда ест еду в магазине, получает плюс один, плюс один. Это самый ранний червяк, которого ты можешь получить. Я вижу, что у нас собирается билд на куплю-продажу. И на самоурон. Поэтому... Давай сделаем так лучше. Теперь, продать бобра. Смотрите, смотрите, смотрите. Продаем бобра. Оп. Бафы. Отлично. 6-10 рыба второго уровня. И рыбе дать ананас. Ее обилки наносят плюс 2 урона. Она 6 урона за выстрел наносит. Главная проблема, слон пока что трэш. Полный. А как решить вопрос с трэш-слоном? Ну никак пока что. Поэтому, скорее всего, мы этот раунд проиграем. Но морская звезда требует жертв. Точнее, нам нужно наролить много зверей, которых можно купить, продать под морскую звезду сейчас. Окей. Я вижу смысл щеночка, но он конфликтует с морской звездой. Ему нужно оставлять золото. Он будет очень сильный, но я думаю, мы его проигнорим. Дай мне морскую звезду. Я буду честен, скорее всего, медуза временное решение. Что насчет огурца? Плюс один здоровье в конце хода. Я думаю, огурец стоит заморозить для слона, да? Или слону уже лучше чеснок. Я не буду замораживать огурец. Окей, мы хотим тамарина купить, продать. И дай мне еще один ролл. А рыба при левелапе апается. Окей, я думаю, вот наш билд. И этот раунд, да, мы играем в 4 зверя, что не очень круто. И слон у нас слабый, его, скорее всего, сольют с одного удара. Но если его не сольют с одного удара, о мой бог, какие будут снайпы от рыбы. О, какие снайпы от рыбы. О, как она хороша. Рыба так хороша. И чеснока, говорят, ребят, нет в этом билде. Ну, тогда, наверное, нужно огурец давать слону. Но сначала мы хотим купить, продать всю эту движуху. Окей, тогда я огурец. Что есть в этом билде? Какая еда? Еще.
Перец. Перец неплохо. Но... Мороженка дает всем зверям плюс одну атаку. Но тут вообще пассивных бафов никаких нет. Так что перец, наверное, самое лучшее, что мы можем купить. Окей, дай мне перец. И сделаем так. Купи мне эту утку. Продай мне эту утку. Купи мне эту мышь. Продай мне эту мышь. Дай мне яблоко на моего слона. И купи мне эту морскую звезду. На следующий ход мы будем продавать медузу. И мы с двумя морскими звездами будем покупать, продавать, и они всех будут качать. 5-8. 5-8. Слон. Он работает. О, снайпер. Еще снайпов. Давай. А, не самый лучший снайп, но пойдет. Ой, какие снайпы. Слушай, да, эта рыба вообще так хороша. 4 кубка есть. Окей, окей, план придерживается. Бегемот. Бегемот хороший вариант. Гиппопотам. По-нашему. Его бафнули, он теперь плюс 3 получает. Но тогда мы двух морских звезд потеряем. Я думаю, что нет. Я думаю, что его нужно продать. Зачем усилили гиппо? А он был не очень хорош. Он был не очень хорошим бойцом. Его сложно было раскачать. Окей, давай купить, продать мышь. Вот наш план. Все бафы мы вкладываем в слона. Этот слон должен затанчить все. Теперь купи тамарина, дай мне ролл. Есть ли у нас здесь купля-продажа? Есть. Есть вот этот парень. Так, купить ворона. Продать ворона, получить шоколадку. Дай мне один ролл, подожди. Фрегат. При покупке дает случайному зверю с обилкой на получение урона плюс 2 здоровья. О, фрегат, это идеально. Продать. Баф от двух морских звезд, заморозить шоколад. Купить фрегата. Фрегат бафает рыбу, 10-16 рыба. Как вам такая вечеринка? Окей, шоколад в заморозку. Шоколадом нужно бы... А нужно ли мне слона качать? Если что, шоколадом можно морскую звезду качнуть. Да? 8-12, слон, 10-16. Рыбоёж. Ох, сейчас рыбоёж настреляет. О, как она настреляет. Автобус, давай, бей мою рыбу-ежа. Давай автобус. Ещё. Ещё. О, она уничтожила их. Она так хороша. Еще фрегат. Ау. Я могу сейчас фрегата качнуть. На левелап фрегату сделать. Знаете что? Бум, бум. Получаем плюс 4 здоровья. На слона или на рыбу. Стоит ли оно того? Нет. Не стоит. Шоколад тратить не стоит. Я думаю, лучше этого фрегата продать. Купить фрегата. Продать фрегата. Дай мне ролл. Шоколадка все еще в заморозке лежит, я знаю, но... Кому же легко? Купи тамарина мне. Продай мне тамарина. Продается он просто в молоко. Дай мне еще один ролл. Вот так. Да-да-да-да-да-да-да. И потом мы морскую звезду хотим левелапнуть на следующий ход. Купи мне тамарина. Дай мне ролл. Заморозь мне рыбу-ежа. Дай мне ролл. Енот. Перед атакой ворует еду с противника. Работает один раз. Блин, его бы раскачать заранее, да? О, зачем я буфало скипнул? Мы же делаем билд на куплю-продажу. А дурак? Да. Дурак. Знаете что? Дуракам везет. Это моя логика. Поехали. Рыба затащит. Она будет... Она сейчас заснайпит ихнего гиппопотама. Я сказал, а она заснайпила. Она сделала это. Мы легко затащим этого суслика, который скунс. 6 кубков есть. Окей, буффало вернулся.
Его фишка срабатывает 3 раза за ход. Буду ли я его качать? Вопрос. Возможно, нет. Я думаю, я точно морскую звезду хочу вкачать. Альпака. Когда друг призывается, дает ему 1 опыта. Кроме других альпак, работает 2 раза за ход. Я могу купить, например, буфала, и он будет сразу с опытом. Если у меня будет альпака стоять. Я могу рыбе дать опыт. То есть покупаешь так, продаешь тамарина, покупаешь рыбу, рыба получает левел, и все, нам нужна всего лишь 1 рыба, и мы апнем рыбу на 3 уровень. Крот, это билд на куплю-продажу тоже. Так. Крота покупаешь, дает 2 зверям рядом, плюс 1, плюс 1. У нас есть еще на продажу, пока ничего. О, вот она продажа. Вот она продажа. Альпака может вкачать любого зверя из магазина за 3 зверя. Ну вот примерно такой план, и она мне еще, чтобы рыбу прокачать. Нифига себе у них мышь была. О, у них тоже О, у них слон 2 раза ходит. Перестрелка. Гангстерская перестрелка. Их слон добил своего слона. Альпака? Альпака вывела на ничью. У них слон 2 раза стрелял. Жесть. Ну, знаешь, что мы сейчас можем сделать? Соедини мне рыбов. Купи мне слона. Соедини мне слона. И теперь... О, слон с уровнем 2 раза атакует зверя. Не 2 зверей, а 2 раза 1 зверя. Это огромный апгрейд на слона. Орка хороша, но нам не подходит. Мне нравится пока альпака. Так, давай мне крота. Это бафы. Продай мне крота. Давай мне мышь. Продай мне мышь. Морская звезда, твой выход. Это была не та мышь. Там есть мышь, а есть крыса. Не та мышь. Окей, понял. Пошли дальше. Поехали дальше. Перепутал мышей, извините. Горилла 12-16. У нее будет арбузка. В смысле, не арбузка, а этот. А, пофиг, рыба сейчас всех расстреляет. Рыба в атаку. О, как она хороша. Мышь будто всех под руку попалась. 7 кубков. Еще 1 раунд для верующих. 1 раунд. Окей, продай мне эту утку. Купи мне этого бобра. Змея. Ну, змею можно поставить просто как бойца, да? А то же самое у нее. Впереди чувак атакует, наносит 5 урона случайному врагу. Ну, можно так сделать. Знаешь, заморозь мне эту змею пока что. Обезьяна. Обезьяна — это прокачка. Не поздно ли для обезьяны? Нужна ли нам обезьяна? Может быть, нет. По-моему, я не буду брать обезьяну. Лич. Пиявка. Пиявка... Может нанести урон рыбе и чего? Рыбе бить-то некого. Что может быть лучше обезьяны? Змея. Чтобы быстро выиграть. Потому что мы с каждым раундом становимся слабее. Этот билд делается слабее, 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 слабее с каждым раундом. Дай мне ролл. Окей, слон на 3 уровень, я думаю, нам не нужен. Что мы точно хотим, это рыбу на 3 уровень. Бум. Дракон. При покупке зверя 1-го ранга дает +1/+1 другим зверям. Дракон — это как морская звезда, только дракон. Спасибо, капитан Очевидность. Слона в 3 уровень.
Можно попробовать слона в третий уровень? А, это интересный вариант. Слон готов уже? Нет, ему... А, подожди. Окей, окей, окей. Да, слон в третий уровень готов. Купить ворону, ворону на следующий ход продать. Да-да-да, и будет третий уровень. Стейк. Стейк нам нужен для морской звезды. Ее вперед. Я продам... Да, продам, и будет шоколадка, и будет слон третьего уровня. Окей, вы правы. Погнали. Чат тащит. Вот 12-20 у меня ощущение, что уже маловато для слона. О, перестрелка. Наша рыба подстрелила вражескую рыбу. Ничья. Ничья против автобуса. Окей, окей, окей. Дай мне стейк на морскую звезду. Нет, стейк на альпаку. И альпаку вперед. Выносить дамагеров впереди. Продай мне тебя. Купи мне на слона апгрейд. Купи мне еще одного слона. Блин, мы сейчас останемся с четырьмя зверями опять. Они третьего уровня, слон, да? Альпака все равно, я думаю, что будет стоять впереди. Окей, и... Будем качаться дальше через морскую звезду. Мороженка всем зверям плюс одна атака. Тигр со слоном будет призывать трех зверей. Ну да, ну да. Ну... Даже не знаю, а как ему статы взять? Мороженое трэш? Ну, технически мороженое это... 5 статов? Что очень мало. Окей, дай мне ролл. Да, это не та крыса. Ладно, мы попробуем поставить какого-нибудь еще зверя на следующий ход, я не знаю какого. Надо какого-то зверя, змею надо было. Окей. О, у них, смотри, олень перекачанный с арбузом. Понял? Слон, ты что творишь? Что, дурак, что ли? Что ж. А, по-моему, слон застрелил мою рыбу, потому что скунс сделал ей 1 хп. Я вижу минусы этого билда. Нормальные такие минусы есть у нас. Их есть у нас, окей, ладно, купи мне этого тамарина. Продай мне этого тамарина, я думаю, на этом мы билд на куплю-продажу закончим. Дай мне ролл. И сейчас нам нужно найти зверя. Заморозь мне эту шоколадку. Дай мне еще один ролл. Тигр. О! Тигр на рыбу. Вот. Все, ультимативный билд. И тигру апнут левел. Да? О. Зверь впереди повторяет свою обилку в бою. Знаешь что, давай мне вперед тебя. Может, обоих зверей с этим, с мясом вперед. Не-не-не, вот так вот. Делаем тигру второй уровень. Это будет круто. Нам нужно один раунд для верующих взять. Окей. Пускай звезда, спасибо. Окей, пошел огонь. Фу! Она всех уничтожила. Молодец, рыба. Молодец. Окей, апаем левел тигру. Теперь второго уровня обилку повторяет. Так, ну и все, ему в порядке. Нам теперь только еда нужна. Какая-нибудь. На статы желательно. Все, билд я менять не буду. Альпака, у нее просто есть статы, поэтому тоже остается. Хотя технически она не нужна. Дай мне ролл. Перчик тигру. Держи перчик, пойдет. Дай мне еще один ролл. И мы будем замораживать еду на статы. Все, я доволен. 8 кубков, верующие. Это для вас.
А, у них большой слон. У нас есть ваншот слону. Нет? Что происходит? Перестрелка. Гангстеры. Направо, налево, направо, налево. Направо, налево. Альпака, бей их. О, нет, они двигаются. Что это было? Ничего, я ничего не понял, но слон выжил. 9 кубков есть. Дай мне этот хот-дог. Плюс 4 атаки двум зверям. Уровень на альпаке уровень не нужен, честно. Вообще не нужен. Никому не нужны уровни, окей? Нужны только еда. Тако. Берем зверям плюс 2 атаки. Пойдет. Меня устраивает. Берем. Дай мне ролл. Еще один стейк, я думаю, тоже не нужен. Окей, та же расстановка, поехали. А, стейк можно слону дать, точно. Ты эту тупанул. Ну вот сейчас бы стейк на слоне бы зарешал неплохо, ага. А, хотя рыба и так неплохо постреляла, да? 2 урона, сейчас бы стейк на слоне или стейк на тигре был бы решающим. Окей. Урок на будущее, стейки. Стейки решают. Заморозь меня, это так? 3-й уровень на тигра попробовать собрать. Нам нужно выиграть здесь сейчас. Я заморожу этих тигров и дам слону +3/+3 до конца боя. Окей? И стейк я заморожу, и шоколадку заморожу. Я заморожу весь магазин, потому что я безумный Карл. Поехали. 30-33 слон, ты должен это сделать. Нам нужна одна победа. Дай мне легкого противника. Стреляй, стреляй, рыба. Рыба подстрелила курицу, у которой был стейк. Зачистка. Клин. О, как хороша рыба. 10 кубков с первой попытки в новом паке. Без урона почти. Ваше здоровье. Вот это билд, а? Хиты? Или, как их называют у нас, скилл? Погнали еще раз. Ну что насчет рыбного гамбита? Что насчет рыбного гамбита через рыб и... Через рыб и слонов? Как вам такая вечеринка? Да, точно. Покупаем рыбов, рыбов, рыбов. Как в старые добрые времена. Гамбит Айнса Кошика. Ты покупаешь много рыб. Потом ты рыб этих продаешь и бафаешь зверей. Хотя... Выдр нет в этом паке. С выдрами не будет работать. Но рыбы все равно рулят. Давай мне рыбу. Это не то, что я хотел видеть. Хочу ли я ролить полностью на рыб? Куда я посмотрю? Так, 2-й уровень, 3-й уровень, вот они. Рыба и слон. Соединять, бафать слона. Соединять рыбов, бафать слона. Морскую звезду пытаться вытащить и жирафа. Все это на 3-м ранге. Погнали. Мы делаем это. Окей, мы ролим полностью на рыб. Верующие, вы там пристегнулись? А, так вот, пристегивайтесь. Окей, у нас есть еще одна рыба. Камон. Вот. Насчет моего плана. Он, короче, вполне рабочий. Единственная его проблема в том, что тебе должны... А, рыбы пришли. Спасибо, рыба. Вы вовремя. Окей, теперь нам нужен слон. Слон... Это такая штука, которая нам прямо необходима здесь. Окей, мы его не наролили. Мы проиграем еще один раунд. Найдем слона и будем его бафать рыбами.
Или... Не найдем слона. Не будем бафить его рыбами. Енот. А... Я больше так делать не буду, но вот, собственно, так работает казино. Казино вроде бы всегда выглядит честно, но на самом деле у них где-то зарыта собака, из-за которой ты все равно проиграешь все свои деньги. Мы еще можем затащить. Рыба есть. Вот она рыба. Окей, 3-5 рыба. Я должен соединять этих рыбов. Она нашла мне крота. Окей, крот это неплохо. Крот бафает двух зверей. Плюс один, плюс один. Я бы все равно к этому кроту бы хотел в комплект иметь нормального зверя, но нормальных зверей, видимо, не существует. Есть аист, имбы, но... Ладно, видимо, все. Вот мой крот. У меня есть 5-7 рыба, у меня нет слона. Но мне подсказывает, что нам капец. Причем полный. Совсем. Шанс. Мишка, ты чего скажешь по этому поводу? У нас есть две рыбы. Но дело в том, что... Мишечка, я тебя обожаю. Ты самый лучший кот. Ну иди гуляй. Дело в том, что... У нас нет слона. У нас есть морская звезда. Морская звезда сильная. Но она тоже поздновато пришла, да? Ананас. Ананас для рыбы. Окей, купить ананас для рыбы. Соедини мне этих рыбов. Дай мне эту морскую звезду. Сейчас я подумаю, что с этим делать. Если мы сейчас раунд выиграем, будет просто чудо. Ананас это явно правильно. Теперь эта рыба делает хоть что-то. И против нас попалась команда, против которой мы можем что-то сделать. Арбуз сбиваем. Возьмем раунд. Верующие. Все хорошо. Отбросьте сомнения. Четвертый раунд. Окей. Осел. Не. Олень, наверное, должен быть куплен. Окей. Крот, до свидания. Олень должен быть куплен. Это боец. Нормальный. Слон. Наконец-то он пришел. Невероятно. Так, тогда мы соединяем рыбов. Мы покупаем слона. Нам нужна купля-продажа, билд. Если уж пытаться повторить то же самое еще раз. 6-6 рыбу продавать ради того, чтобы освободить место. Это хорошая идея. Потому что не то, чтобы у нас было много выборов. Okay? Купи тебя. Ролл. Купить капкейк. Купи капкейк на слона для этого уровня. Потому что я буду честен. Мне кажется, что у нас почти нет шансов. Автобус с другой стороны. Автобус МБ. О нет, там 11-10 рыба. Она так уничтожит нас. Второго уровня. О, это конец. Один кубок. Будем считать это компенсацией для сомневающихся. Больше мы так делать не будем. Это была плохая идея. Один раз, нам сейчас повезет. Сейчас нам точно повезет. Просто, ноль сомнений, мы не будем делать ставки. Это экспериментальный билд на гамбита Айнца Кошика. Мы пробуем играть много рыбов. Okay, нужно скипать все, кроме рыбов. Если в этот раз повезет, то как будет круто, да? Как, блин, это будет джекпот. Иногда просто хочется джекпот выиграть. Я могу сейчас остановиться и взять, например, вот это jellyfish, также известная в нашем языке как медуза. Соединить рыбов, бафнуть медузу. Хорошо так ее бафнуть.
И забить на все это дело с рыбами и всем остальным. Так, думаю, мы так сделаем. Две медузы. Ну давай мне две медузы. Окей, билд на медуз. Ну, подожди. Тогда дай мне еще один ролл. Еще медуза. А, вот это уже интересно. И вот слон. Окей, у нас есть слон, у нас есть медуза. Дай мне еще один ролл, еще одну медузу заморозь. Видимо, у нас будет весь магазин замороженный. Окей, гамбит рыбов и медузов. Может быть, теперь у нас есть шанс на победу? Ну, не в этом раунде, потому что тут толпища гофрированных ящериц. Но в будущем. Окей, сейчас повезет. Теперь смотрите. Что ты делаешь сначала? Ты соединяешь медуз. Опа-ом. Хочешь морскую звезду, что... Перфекто, идеально. Потом ты соединяешь вот этих рыб. Берешь слона, который пока что будет просто своих дамажить, но неважно. И соединяешь рыб сейчас. Получаешь тамарина. Тамарин идет в заморозку, дай мне ролл. Тамарин идет в заморозку. И мы ставим медуза вперед, слон в конец. 4-4-4-3, все отлично. Все замечательно. Тамарин на продажу, медуза на прокачку. Поехали. Теперь нужно найти рыбу к слону. Будет офигенно. Но пока что медуза должна затащить. У нее все статы. Посмотри. О, как она хороша. Изи кубок. Вроде те, кто сомневался. Весель. Под пёселя нужно оставлять золото. Это конфликтует с морской звездой. Поэтому нет. Дай мне медузу на соединение. Дай мне этого тамарина. Дай мне ролл. Заморозь мне. Блин, вот это все на куплю-продажу. Но у меня нет рыбы. Как мы без рыбы? Нужно найти рыбу. И рыбу желательно бафнуть тамаринами. Может быть, мне важнее сейчас рыбу найти побыстрее, чтобы она работала и слон в пустоту не играл. Наверное, мне важнее найти рыбу. Качнуть ее тамаринами. Ох, как было бы круто. Морская звезда так много статов даст. Знаешь что? Вот эта рыба нам не нужна. Да? Вместо этого мы купим еще одного тамарина сейчас. На два золота мы паролим. Это заморозь мне. Плохо то, что я ищу сейчас конкретно определенную одну единственную рыбу, одного единственного зверя на этом ранге. К счастью, медуза пока что тащит. О, как она хороша. Правда, этот песик нас разнесет. Слон дает нам ничью. Ничья меня устраивает. Более чем. Еще нет. Еще нет дома. Ладно, дай мне два слона. Дай мне ролл. Дай мне еще один ролл. Дай мне еще один ролл. У нас будет левел ап на тамарина, видимо. И у нас, видимо, не будет рыбы под слона. Никогда. Не существует рыба. Ну что ж. Ты не учитывая, что здесь 10 видов зверей на каждый уровень в стандартном... Паки меньше, вероятность выпадения каждого зверя меньше. Вот в чем проблема. Что ж. Тюлень, когда ест еду из магазина, дает двум случайным зверям +1/+1. Может забить на все это дело и кормить тюленя тогда? Нет. No. Окей, уровень на слона. Козел. Получает один золото, когда ты покупаешь зверя. Я не могу. Рыбоеж не существует. Я уже 5000 тамаринов наролил. О мой бог. Без комментариев. Все тамарины. Почему ты скипнул ворона? Мне нужна рыба. Мне не нужен ворон. Если бы мне нужен был ворон, я не скипнул бы ворона.
И вообще в этом паке есть в продаже в магазине шоколад. Тамарин 3 уровня, ага. Okay, а мне нужен слон сейчас. Нам не нужен тамарин 3 уровня. О, мой бог. Рыбу, пожалуйста, игра. Ну, этого не может быть, я сплю. Я уже собрал морскую звезду, я почти собрал тамарина на 3 уровень. Но нет, мы проиграем сейчас. Мне один урона не хватит на буфало. Окей, так не нужно делать. Все. Теперь мы играем серьезный бой. Получит ли стример 8 кубков, ставки? Никакой больше. Я куплю эту рыбу, ну просто потому, что она хорошая, окей? Не для того, чтобы чего-то там сделать. Дай мне мышь. А чё я, блин, зверя еще какого-то не купил? Так, я не собранный. Не-не-не, собираемся все. Полный фокус. Заморозить рыбу. Я не делаю рыбный гамбит, окей? Easy players. Я не делаю рыбный гамбит. Я купил рыбу, потому что я считал, что это хорошая покупка. Мы не будем ролить рыбу на все деньги. Больше. Купи мне рыбу, купи мне еще одну мышь. Это отлично, отлично. Вот, 3 рыбы. Это не рыбный гамбит, это просто так совпало. Просто пошли, и вот рыбы пришли, и все. Какие там ставки? 80 тысяч на поражение. 59%. Никаких рыбных гамбитов. Это просто верующий. Если что, вы сейчас срубите этот джекпот, окей? Так, у нас есть 2 левелапа сейчас. Есть гофрированная ящерица, которую я не хочу качать. Дай мне уровень на мышь. Тамарин, да? Ну что ж, покупай мне этого тамарина, знаешь что, и соединяй мне этих рыбов. Мы качаем мышь тамарина и, видимо, пиявку. Нет, не надо мне пиявку. О, мой бог. Знаешь что, дай мне аиста имбы и заморозь мне эту рыбу. Ладно, поехали. Что ж. А кому сейчас легко, да? Правильно? Так говорят. Аист имбы. Аист имбы тащит. Плюс левел. Хочу ли я покупать эту рыбу? Ну, наверное, да. Пустой слот есть. Чё уж теперь. Фламинго. Перед тем, как падает, дает 2 зверям +1/+1. Честно, у меня тут вся команда на продажу, поэтому особо некого качать фламинго. Таблетка у меня есть. Качать особо некого. Что мы можем сделать? Мы можем круассан дать аисту имбы и оставить его. Аист имбы так хорош. И, честно говоря, на этот раунд можно и фламинго поставить. И на следующий раунд, если что, мы на него таблетку кинем. Фламинго норм. Таблетка на аиста в конце. Не надо таблетку на аиста. Аист мне нужен на столе, чтобы он работал, чтобы он мне раунды брал. Рыба. У нас есть рыба. Мы нашли ее. Только теперь поздно, но мы нашли ее. Окей. И она стоит слева, значит, тамарин при продаже бафнет рыбу. Хорош, 4-7 рыба. Так, теперь можно... А, можно было еще одного тамарина купить, продать. Он слабые бафы дает. Окей, теперь можно таблетку на фламинго и бафнуть рыбу и аиста. Хорошо. Для рыбы сразу ананасище. Так, что еще купить? Фламинго? Не-не-не. Жирафа? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Жирафа и аиста. Окей, пока что жирафа поставить, аиста в конец. Аиста в заморозку.
Чайка дает свою еду зверям, когда ты их призываешь. Нам не нужно это. Окей, рыба идет вперед героически. Жираф качает рыбу. Ты на продажу, если что, пойдете. Аист в конце, аиста мы оставляем. Будем качать, будем работать с тем, что есть. Окей, мы идем на 8 кубков, верующие. Делаем это. Рыба имбы, тащи. Возможно, это будет не тот раунд, где она затащит. Две какие-то перекачанные гофрированные ящерицы. Просто в жесть перекачанные. Что ж, ладно. Давай мне аиста. Давай мне рыбу на третий уровень попытку. Попытку добить ее до третьего уровня. Давай мне джирафу круассан, наверное. Я знаю, что нам нужен слон. А слон у нас не качается. Нет слона, но... Видимо, такова жизнь. Видимо, у нас жираф качает вместо слона. В этом бою. Слона не хватает, чтобы рыбу активировать. Я не уверен, насколько рыба без слона будет полезна. И вот практика... Практика здесь и сейчас показывает, что не очень она полезна. Нас просто выносят ящерицу, у которых много статов. Лама. В конце хода, если 4 или меньше зверей, получает плюс 2, плюс 2. Капибара дает зверям в магазине плюс 2, плюс 1, когда ты ролишь. Ну, пришло время что-то решать. Можно начать кормить червя. У меня есть две мыши под него. Но, по-моему, нет, плохая идея. Окей, мы точно продаем тебя, и мы раскачиваем эту рыбу, окей? Давай мне капибару, дай мне ролл. Скунс. Скунс плюс рыба — интересная идея. Скунс плюс рыба — это хорошо. Знаешь что? Давай мне пока двух скунсов. Я продал почти полностью прокачанную рыбу, я в курсе. Дай мне ролл. Дай мне рыбу. Дай мне ролл. Слон не существует. Ну что ж. Два скунса. У рыбы критически нехватка статов 11-14. Хотя я ее качал тамарином. Но скунсы помогут немного нивелировать проблему со статами. Рыбе нужен следующий левел. Очень нужен следующий левел. Айстембы выиграет нам раунд. Спасибо, Айстембы. Ты призвал тамарина. Он так хорош. Окей, окей, окей. Мы можем соединить скунсов. Купить крота. Крот — это плюс 2, плюс 2 за 2 золота. Это очень хорошо. Мы можем купить фрегат, это плюс один за 2 золота. Это не так хорошо, но пойдет. Можем рольнуть, мы можем рольнуть. И, блин, видимо, ничего не найти. Еще одного фрегата мне давай. Раскачай мою рыбу по полной. Для морской звезды уже поздно. Она уже не успевает работать. Значит, в недельном паке сложнее собирать левелы зверям, да? Потому что... Неужели наша рыба что-то сделает? О, она побеждает. Рыба, тащи. 2 хп. Айстембы. Айстембы тащит. Он так хорош. Плюс еще один кубок. Хорош. Спасибо, Айстембы. Так. Продай мне этого фрегата. Он нам не нужен. Козлы? Они козлы. Они сейчас не канают. Ну, видимо, это жираф идет на третий уровень. Да? Слона все-таки не будет. Пиранья. Да, получает урон и падает, дает зверям плюс 2 атаки. Это не тот шестой ранг, который я искал. Но мы можем ее качать. Жирафом. Но, видимо, это тот билд, который нам нужен. Не тот билд, которого мы заслуживаем. Ну, который нам нужен. Но тот билд, которого мы заслуживаем, да? Либо можно монки заморозить. Нам так много раундов нужно выиграть. Окей, окей, окей. Мы заморозим монки. Я подумаю насчет монки на следующий ход. 14-21 рыба первого уровня не будет делать то же самое, что она делала у нас в прошлый раз. С другой стороны, она будет делать что-то. Будет стрелять. Будет побеждать.
И у нас будет скунс второго уровня. Лео. В начале боя нанес 50% своей атаки случайному врагу. А что если скунс плюс Лео? Проблема в том, что Лео будет срабатывать первый. Лео плюс обезьяна. Окей, как это сделать, Лео плюс обезьяну? Вместо скунса. Шоколадка, да. Шоколадку можно дать рыбе, наконец-то. Таблетку пиранье. А, гениально. Я не подумал об этом. Кого мне убирать, скунса? Скунс, блин, второго уровня крут. Без обезьяны. Просто Лео. Аиста убрать. Но аист имбы. Он столько раундов нам взял. Неужели аист пришло твое время? Пробил твой час. Ты был так хорош все это время. Лео раскачивать долго. Но раньше его физически невозможно получить. Это самый ранний возможный Лео в истории человечества. Ну, давайте пробовать. Нам надо идти ва-банк и собирать имбу. Это правда. Вот это ему не нужно. Погнали. Окей, у Лео есть прокачка. 13-8 Лео. Тоже норм. Ему дать второй левел еще. Ух. Ух. Нам F. Но тут бы аист не помог, да? Тут бы аист ничего не сделал. Там кенгуру со всеми статами. F. Ну что я скажу? Надо было этот... Надо было слона наролить. Окей, окей. Муравьи пойдут. Муравьи плюс бобер. Нормальный стартовый комплект. Лопишь скаливардс. Да, и Лео не хватило, кстати, один урона. Мега бобер. Надо было плакать. Сейчас все будет. Ну, я начинаю понемногу понимать, как работает этот пак. Работает он так. Тебе нужно три муравья. Муравьи. И здесь таблетка есть теперь в этом паке. Можно купить рыбу сверчка, но, честно говоря, я бы паролил. Поискал бы еще муравьев. Почему нет? Толпища муравьев. Где ставка? Простите. Ставку забыли. Ставку вернули. Все под контролем. Бобер МВ, спасибо, бобер. Спасибо, бобер. Еще муравей. Ну, наверное, муравью мы таблетку давать не будем. Наверное, я его буду соединять. Пиявка. Пиявка может хавать муравьев. Кто-нибудь когда-то до этого догадался ставить пиявку, чтобы она хавала муравьев? Я имею в виду, это идея. Смотри, она съедает муравья, получает бафы. Давайте попробуем. Пускай пиявка ест муравья. Что она у меня дальше будет делать, я не уверен. Пока я ее буду кормить муравьями. Дай мне ролл. Панда. В начале боя дает 50% своей атаки и здоровья зверю впереди, потом падает. Даже не знаю. А бобра бы продать? Дай мне еще один ролл. О, еще один муравей. А, блин, ну муравей на третий уровень тоже неплохо было бы. Может, ну ее нафиг, пиявку и муравья третьего уровня просто. И кормим ее. Окей, бобер, продавайся.
Это будет весело. Ешь, пиявка. Становись большой и сильной. Я из тымбы. А билд на кормежку будет называться. О, 6-3. Блин, гофрированные ящерицы, как вы достали. Так, ну, надо еще одного муравья. И знаешь, что можно... Можно сразу этого муравья под пилюлю. Сморозь мне пилюлю, подожди. Вообще пиявка с кем-то работает, кроме пираньи? Не знаю, вроде нет. Я не могу придумать с кем. Фламинго. Можно фламинго купить. Надо место освободить. Знаете, как освободить место? Просто на этого муравья дай таблетку. О, и она может и фламинго сожрать. Точно. Давай мне айстейм бы в заморозку. Она всех сожрет. Пиявка пожиратель миров. Окей, пиявка 8-7. Фламинго впереди 4-2, хороший размен. Муравей против фламинго, ничья. Но пиявка 8-7 сильнее. Бык с арбузной броней прошел меня. И игуана прошла Самона Таиста. Ну ничего, 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 ничего. Вот и рыба. Но уже нет. Я считаю, если мы быстро не нашли слона, то рыбу мало смысла брать, да? Зато джирафа есть смысл брать. Вот джираф может нам качать пиявку продолжать. Дай мне джирафа, дай мне аиста. Рыба? Не-не-не-не-не-не. Сегодня не твой день. Сейчас будет джираф. Таблетка все еще может пригодиться. Окей, у нас много вариантов для еды. Много разной еды для пиявки. Я думаю, фламинго можно, наверное, прекратить. Фламинго, она будет очень долго есть и медленно, и все такое. Точно я хочу заморозить джирафа? Я хочу, честно говоря, поставить сразу еще одного джирафа, чтобы джираф качал джирафа. Но для этого мне нужно таблетку на фламинго, например, использовать. Хотя я могу... Я могу продать. Если я куплю таблетку, мне не хватит денег. Заморозить и фламинго, и таблетку, да? И муравья. А сейчас с этими тремя золота что делать? Окей, просто купи жирафа, и все. Это не максимально эффективно, но... Ну, это то, что у нас есть. И мышь за компанию заморозить. Всех заморозить. Жизнь не заморозит. Один хп. Один хп разницы на пиявке. Хорош. И айс тамбы делает победу. Привет. А? Здесь у меня... А? Ну, ладно. Да там кошки все роняют. Все нормально? Окей, что у нас тут? А, у нас тут аист. Окей, погнали аиста на второй уровень. Я имею в виду, это аист. Он так хорош. Муравьед. Когда падает, призывает двух муравьев. Кенгуру? А нужен ли нам кенгуру? Мне кажется, нет. Мы найдем кого-то сильнее потом. Окей. Смотрите, короче, таблетка на кенгуру. Хопам. Пошла. Потом ты прокупаешь муравьеда. Ты покупаешь на муравьеда на следующий ход. Муравьеда вперед, на него на следующий ход таблетку. Ты покупаешь еще одного муравья, чтобы покормить
пиявку. Надеешься, что баф пиявки муравья не упадет на муравьеда. О, отлично. Работает. Окей, муравьед, нам не... Подожди, у тебя слон впереди? Твой слон бьет твоего жирафа, чувак. Твой слон убил твоего жирафа. Ты перепутал. Тебе нужно было рыбу поставить, а не жирафа. Ты поставил жирафа с ананасом. Это было не то. Они похожи, у них цвет похожий, но они по-разному работают. Слон. Не-не-не, для слона поздно. А червь на самом деле может работать. Можно еще скунса взять. Меня интересует на муравьеда вот таблетка. У нас есть муравей для пиявки, еще один. Так, что еще могу сделать? Ну, скунс вариант, но я паролю. Может быть, под всю эту шумиху буфало поставить? Делать билд на куплю-продажу через буфало? Мы можем продать одного муравья. Два муравья за ход нам не нужны. Ну, можно буфало, но под него слот нужен, а у меня тут пиявка муравьев ест. Ну, знаешь что, дай мне еще один ролл. И мы точно хотим ворона купить-продать. Потому что это шоколад. А шоколад это плюс уровень жирафа. Мы точно не хотим покупать индейку, да? Билд на призыв у нас что-то как-то не заходит. А поставь мне фламинго на этот раунд. Почему нет? И жирафа в конец, чтобы качал пиявку и айстайм бы. Муравей, не качай, пожалуйста, фламинго. Спасибо. 13-18 аист. Индейку скормить пиявки. Всех скормить пиявки. Весь мир скормить пиявки. Я говорю, пиявка пожиратель миров. Ничья, ладно. Так, еще один муравьед. Муравьедов, наверное, достаточно, да? Думаю, что теперь нам нужны хорошие бойцы. Или еще один жираф, да? Я имею в виду, бывает ли много жирафов? Не уверен. Дай мне еще один ролл. Дай мне еще один ролл. Скунсы хотят в команду, да? Если вы очень хотите в команду скунсы, добро пожаловать. Дайте мне ролл. Ананас? А кому ананас? Ананас пиявки? Чтобы она моих зверей сильнее дамажила? Нет, спасибо, не нужно. Так... Дай мне еще один ролл. Дай мне еще один ролл. Быка я решил, буфало я решил, что мы уже не будем брать. Тут пиявка просто продамажит, пока не будет прокачки. Потом нужно будет найти пиранью. Это билд на пиранью, тот самый. Мой жираф его затащила, утащила опасная трясина. Ого, песель. Аистым бы, я не могу поверить. Сколько раундов он нам взял? Консервы больше не используются? На самом деле можно было бы консервы. Вполне. Окей, ну чё, скунсов берем? Я думаю, берем. Соединяй мне жирафов, давай мне скунсов, давай мне ролл. Перчик. Ну если кому-то давать перчик, то, наверное, жирафу? Или пиявки. Я думаю, жирафу перчик нормально зайдет. Жираф остается, кстати. Мы сыграем этот раунд еще в 4 бойца. Кстати, акула будет качаться на постоянку, если использовать таблетки. Интересный факт. Айстембы. О, нет. О, да? Айстембы? Аист мега имбы. Аист заспавил мило этого чувака, который призывает муравьев, муравьеда. Хомяк. При роли получаешь один золото, работает 2 раза за ход. Окей, хомяк тупо всегда выгодный, да? Или нет? Покупаешь хомяка, 2 раза ролишь, продаешь хомяка. Хомяк, 2 бесплатных ролла. Покупаешь за 3, продаешь за 1. Хомяк в 0.
Хомяк выходит в ноль, просто ты купил хомяка. Ага, ну пойдет. И раз бесплатный ролл, что мы ищем? Медведь. Полярный медведь в начале хода дает 3-3 замороженному зверю в магазине. Рыба-лев. Перед тем, как друг атакует, накладывает слабость. Нет, дай мне еще один ролл. О, скунс. Мне бы скунсов соединять попозже, но я буду сейчас соединять. Альпака, когда призывает друга, дает ему плюс один опыта. Че, почему варлочек? Чека, почему варлочек? Привет, привет, Иван Ёжик. Если... Ну, то это секрет фирменный. Варлочка? Потому что... Есть причина. Добро пожаловать на стрим. А, чат все спалил секрет. Чат. Ладно, знаете что? Хомяк пока остается. Можно крота купить, но... Что нам нужно? Что я хочу? Я хочу нам сильного зверя. Кстати, дайте мне еще перчик. Если поставить скунса и зарядить всю команду перчиками, масс урон будет вообще тащить. Сильные звери на 6 ранге. Ну, нет, не сильного зверя. Я ищу одного зверя, который находится на 6 ранге. И это никто иной, как пиранья. Пиранья так хороша. О, нет. О, мы выжили. Явка выжила. Айс тембы. Айс читов. Айс тупо читов. Он опять призвал муравьеда. О, да. Так, ладно. Окей, окей, у нас есть уровень на пиявку, погнали. Альпака, нет, мы ищем пиранью. Змея, кстати, тоже пошла бы, но мы ищем сейчас пиранью на все деньги. У нас есть роллы. Буквально на все деньги. 6 ранг, ты находишь пиранью. Есть, найдено. Окей, хомяк, спасибо за службу. Плюс пиранья. И пиранье нужно хп. У нее сейчас будет 1 хп. А я думаю, можно выдать перчик пиявки, да? Не, потом выдать. Дай мне заморозь мне эту пиявку. Пиранья. Пиранья. Пу, блин. Пиявка, кстати, апнулась. Она наносит, все еще наносит один урон, но получает плюс 2 здоровья. Так, окей, окей, окей. Уровень на пиранью бы тоже, но слотов нет. Нужно ролить. Знаешь что, не замораживай перчик. Попробуй найти шоколадки и апгрейды на хп пиранье. Какие апгрейды на хп пиранье я могу найти? Что-то у нас хп в этом не качается. Просто левелы. Левелы равно хп. Да? Да. Логично? Очень. Главное, чтобы пиранья не померла. Ладно, пошли пока так. Пиранья. Жжик, всю патьку. Плюс 2, плюс 2 атаки. Огурец. У них тоже пиранья. Моя пиранья сильнее твоей пираньи. Айс тембы затащишь? Конечно, конечно. Стоп, айс тембы не затащил. Что это такое? Окей, дай мне эту пиявку. Окей, пиранью нужно спасти. Может, лучше всего спасать пиранью пираньей? Конечно же. Еще 3 золота. Хот-дог или ролить на левел пираньи? Дог дает двум зверям 4 атаки. Это хорошо. О, знаешь что? Давай мега атаку делаем. Всем демеджа. Пиранья, распределяй, пожалуйста, статы. Благодарю. Эх, нас законтрил скунс. 2 автобуса, ага. Ну, айстем бы не затащил, чат. Не получилось. Орка. Мы хотим что? Просто стартов накупить? Уровни на пиранью были бы отлично. Я думаю, надо левел на пиранью попробовать найти.
Третий на аиста был бы тоже офигенен. 50% шанс крита, но это можно дать тебе. Заморозь мне это. Уровень на пиранью не существует. Нужно аисту давать перчик тогда. Аиста бы в конец. Давай аиста в конец. Пофиг, что он качаться не будет. Но он в конце так хорош. Окей, пиранья. Подожди, а зачем у меня пиранья вообще впереди стоит? Она же с пиявкой может сзади стоять. Гориллас. Ровно столько урона, сколько нужно для победы над Гориллас. О, мой бог. И один хп. Идеальный дэмэдж. Идеальный. По горилле. Один в один. Каждый стат решает. Верующие. Это для вас. Перфект. Кто-то скажет, это лак, но я скажу, это скилл. Три крита подряд. Ну, мелочь. Окей, окей. Мы хотим забафать эту пиранью. Дать ей второй уровень. Плюс 4 атаки всем. У нас есть весь урон, нам бы хп где-то взять. Ну, где его взять, да? Думаю, что мы... Вот наш билд. Заморозь мне вот это, купи мне этого скунса. И может мы скунса на третий уровень, например, вкачнем. Или пиранью на третий, да? Можно попытаться. Но атака нам больше не нужна. Пиранью надо бы хорошую еду стейки, чтобы она не была ваншотной фигней. Ну бы не поставить жирафа, чтобы он качал пиранью. Это очень разумное замечание. И у меня нет ответа. Надо поставить жирафа, чтобы он качал пиранью. Это правильный ход. Но знаешь что? Мы этого не сделали и не будем делать теперь из принципа. Блин, последний ролл руины. Эх. Если сейчас случайно будет ничья, у нас есть замороженный весь магазин на следующий ход. Поехали. Пиранья есть какая есть. Окей, 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 окей. Давай, пиранья, тащи. Хорош. Всех перчики. Жесть. У них у всей команды перцы с Гришу делается. Но у нас аист имбы. 10 кубков. Билд на пиранью и пиявку. Изи. Первые попытки. 0 сомнений. Я не могу поверить, что это сработало. В смысле, да все было продумано с первого хода, да? Обычный день на работе. Ничего. Ничего удивительного. Я каждый день так делаю. Да. Каждый день. Скукотища. Когда уж нормальные соперники начнут в игру приходить?